Окей. Разрыв томатов. Что это вообще за рубрика? Я решил это видео сделать общедоступным. Ну, посмотрим, как оно пойдет на основном канале. В любом случае, это рубрика, которая, она изначально так чисто как развлекуха задумывалась под моих студентов для публикации вот этих видосов и соответствующих, скажем, откликов от моих студентов в моей телеграм-группе закрытой, опять же, для моих студентов. Сейчас у меня появился Boosty, я это все тоже делаю там, то есть разрыв томатов будет там и впредь. Неважно, если, например, эта рубрика на YouTube не зайдет, да и хрен бы с ней, я буду делать на Boosty. Кстати говоря, подписывайтесь на Boosty и Patreon, вот этот как раз разрыв томатов и будет у нас. В чем смысл здесь? Короче, что требуется? На самом деле, это сразу по хардкору. Здесь я пошел по хардкору, это очень сложная фигня. Многие думают, что типа, что там играет, там пентатоника, ACDC, это ACDC, песня называется You Shook Me All Night Long. Я показал аппликатурно, как она играется. Она в оригинале играется немного не так, поскольку Angus Young там использует Bixby, и это сказывается, во-первых, на строе. Вот у меня обычная тремоло, и когда я делаю дабл-стоп, у меня строй вниз ползет, потому что машинка вот так наклоняется. Некоторые вибрато без Bixby, они будут звучать не так, и я их и не делал. Какие-то я делал пальцами, какие-то не делал вообще. Дело не в этом. Не обязательно пробовать сыграть ее в нулину, не обязательно пробовать прямо вот как в оригинале. Вы можете где-то изменить, как я это сделал, но попробуйте эту штуку сыграть с определенными нюансами, с определенной вот этой вот мелизматикой и вот этими мелочами, которые делают звучание качественным. А что это за нюансы? А вот мы и посмотрим, как вы понимаете вообще звучание, как вы эти нюансы слышите, и как вы их, самое главное, можете воспроизводить. Для тех, кто просто смотрит меня на моем основном канале, вы просто можете это использовать для себя, просто попробовать себе как челлендж, чтобы, вот у меня люди спрашивают, что бы поиграть такого, вот попробуйте поиграть вот это. А моим студентам, и это видео я зашлю в телегу, разумеется, поиграйте это дело и запишите это, и запостите. Кстати, мы со студентами некоторыми проходим эту штуку, поэтому они уже знают, в чем там фишки. Кстати, не говорите никому, пускай люди помучаются немножечко, ну, людям интересно должно быть. Для тех, кто занимается на Boosty, соответственно, размещайте свои варианты в тоже телеге, куда есть доступ с определенного мемберства. Ну, это заодно и я, видите, как мастерски прорекламировал свой Boost и Patreon. Так что, если что, ссылки у меня в описании, подписывайтесь. В общем, пробуйте, играйте. Если тема зайдет, я буду время от времени публиковать такие своего рода челленджи. А может быть, в конце концов, мы дойдем до каких-то там типа джемов с призами даже. Скажем, это будет их реинкарнация. Вот раньше были у нас джемы, сейчас мы их подтушили немного, а потом мы их реинкарнируем. Ну все, я погнал дальше работать, так что удачно всем поиграть зверски, кроме шуток соло AC/DC.